Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем посмотреть классные постройки, если вы пьете и кушаете. Приятного аппетита, Димачек, здравося. Всем привет. Показывай, что ты нам приготовил, а мы будем смотреть и улыбаться. Ну, как обычно, мы всегда это и делаем. Так, вот такой штуки, я думаю, у нас нету. Во, это что-то эпичное, но сейчас какое-то эпичное, какое-то говно, если честно. Так, ну, погнали. Ты, Димон, управляй стрелочками, наверное. Угон какой-то резкий очень. С говна и палок сделали, и нормально едет. Не переворачивается. А, Димон, аккуратно жми, не жми тормоз. Ого, жми вперед. А ты что, видишь, как ты едешь или нет? Нет, не вижу, я просто... Ай-яй-яй, миллиметра не хватило выехать. Сейчас еще раз. Во, мы ставили ракету, только это не это. Это еще лучше, мне кажется. Ой-ой-ой-ой, Димон, полетела! Блин, это крутая ракета! Блин, полетела ракетка. Ладно, ладно, ставлю. Стой, тут должна седлушка быть внизу, внутри. Сейчас, Димончик, стопэ. Надо ее самому приделывать. Может и есть тут. Мы от первого лица сделаем. О, есть! Есть! Я, Димас, сел! Я сел. Подожди, у нас же Alt-E тут есть. А, подожди, тут круто смотрится. Я сел, Димас, прикольно, да? Все, блин. Давай запускай, я, короче, сел. И я, Димон, сел. Давай ты запускай. А куда ты сел? А куда ты там сел? А я сейчас тебе покажу. Пусть будет так. Прикольно. Димон, ты успеешь? Я полетел, нет! Прощай, Димон! Давай, Димон, а я лечу на работу в пиццерию. Ай, больно голове. Короче, сижу на уголку карты. Нормально, все, веселимся, я пойдет. Я опускаю тебя, Димас. Все, Диман, давай. Опускаю. Давай, как Илон Маск, сзади делаешь? Да. Чё-то я завис, Димон, не приземляюсь я. А, ты не отключил ее, она работает. Ага, да. Все, падаю. Так, ребята, Димон говорит, что Илон Маск все говно сделает, он умеет лучше. Давай, показывай. Подписал Димона красиво. О, как раз на крышу приземлюсь. Да, Димон, давай. Ух, что-то жестковато. Да нет, ты уже поздно нажал, вот ты молодец. Ракета разбилась в говно, потом ускоритель не нажимается. Ракета разбилась, но вы успели ее остановить, конечно. Все, держи снег. Снежок. Вообще классно стало. Все, ребята, с Новым годом, с наступающим вас. Да. А мы катаемся. Ля-ля-ля, Димон, только у тебя как-то голова видно. Ты от третьего лица сделал? Когда? Где я головешка вижу, только торчит. Вижу, у меня там голова. А нас механические немножко волчары везут, а мы куда-то едем. Да ничего страшного, нормально. Управляем санями. Пойдет. Ой-ой-ой-ой. Димон, не ты меня управляешь или не рандомно? Это я управляю. А, давай нас на спаун вези. У-ху-ху. А можно их ускорить, чтобы они быстрее типа буксовали, не? Не, нельзя. Все, поехали на спаун, ребят. Да, катаемся потихонечку. Так, что за будка? Что за ящик? Да, просто ящик, ничего интересного. Офигенная постройка. Ребята, лайк, если вам нравятся такие постройки. Пустой ящик. О, ты что-то уже повесили. Димон, стой. Это против зомбаков. Димас, короче, ты садись, я сейчас зомбаков поставлю. Давай. Вот, это будет эпично. Так я не могу управлять. А, не, я могу управлять этой штукой. А чё как-то так оно... Давай, Димон, я развернусь. Ты ставь, а я развернусь. Давай. Так, ребята, разворачиваемся. Димон, а ну ты можешь эту штуку раскрутить? Шарманку свою. Она сама крутится. Воу, ребята, это было эпично. Отлично. Димон, классно придумал. Мы такое еще, кстати, не делали никогда в Гаррис Мод. Можно еще масштабнее сделать, но то, наверное, уже в следующей серии. Если поставить много лайков. Ребята, мы сделаем что-нибудь масштабнее.
Прям вообще что-нибудь невероятное. Мы прям вообще можем 1000 зомби поставить. 1000 зомби против какой-нибудь тачки. Или против робота. Может, что-то, да? Не знаю, другое придумаем. Может, танк какой-то с огнеметами сделаем. Машину смерти запилим. Да. Так, последний заход. Красава. Классная тачка, мне нравится. Так, удаляю тут ребятишек. Такой звездолет какой-то, такой. 3 из 10. Воу, ну вот это он прикольно может делать, да. Интересно, да? Такое себе, ну прикольно по-своему. Он еще вот это, когда дым идет у него как пар, это вообще эпично, как будто он на дровах. Звездолет на дровах. Блин, классный звездолет, мне нравится. О, что со мной делать? А ты можешь полететь прямо на нем? Да, могу, могу. А ну так. Давай, сделай этот, мертвую петлю. Ну, это мертвая петля была? Ну, да. Во-во-во-во-во. Я же мертвый стал. Ух. Как ты думаешь, он от ядерного взрыва разлетится или нет? А давай проверим. Я так с него уже спрыгнул. Капец его калашматит, конечно. Так, где это у нас? Уже забыл, где у нас ядерное оружие. Так, дружок, давай я тебя перенаправлю. Давай, давай, останови его, чтобы он не шевелился я. Он убегает от меня. Мужик, стой! Все, остановил его. Все, держи его, держи. Я его держать не буду. А и не надо, Димон. Вот это было. От него, Димон, ничего не осталось. А не, смотри! Вот его запчасти летят в воздухе. Да я вижу, вижу, их тут очень эпично, много. Эпично, вообще сильно. Прям кусочков тут миллионы. Круто, а вон там это еще шняга что-то какая-то падает, горячая. Да, крутой такой. Слабый корабль. Ядерный взрыв не выдержит, я на таком бы не хотел летать. Понял, понял. Такая это, Димас. Выдержит тебя? Меня? О, кстати, мы похожи видели, но это не он. Это похоже со стороны на какой-то большой паровоз. Кстати, внутри тут прям здание, можно жить. Прям, давай, короче, знаю, посмотрим. Смотри. Кстати, мне такие постройки очень нравятся. Зайди, тут внутри можно вообще ходить спокойненько. Если что, я тут сейчас присяду и буду ехать на нем. Ну чё проваливаюсь сквозь эти все текстурки? Вот, Димас, ты вот летаешь мимо. О, все, нашел, Дима, нашел. Ура. Так я тебе говорю, к голове лететь. Голове, говорил я тебе. Ты не туда. Раз 40 сказал тут. Если бы тут была написана вот голова, то непонятно, где голова, где там жопа. Да я думаю, понятно. Где там? Непонятно. Понятно. Непонятно, нифига. Так, ну все. Так, это что за пульт управления у нас отстойный такой? Я на нем пошагал, Димас, короче. О, так он рабочий. Ни финта себе. Давай, Димон, я сижу, погнали. Ребята, вот это на моей этой штуке большой ездим. Давай, Димончик. Кстати, в следующей серии мы поставим эту штуку и поставим зомби много штук. И будем давить их. Плющить их будем. Можно вообще, Дима, знаешь, как сделать машину и по бокам лезвия вертящиеся запилить? Ага. Так. Давай, Дима, разгоняй эту штуку, посмотрим, что она может. Ну такое себе, ну едем. Нормальная скорость. Ну, в общем, все. Надо его разрывать, Дима. Давай, взрывать его будем. Не, да я взорву, да я. Или ты будешь? Да, я хочу. Давай ты, я посмотрю со стороны. Так. Где тут этот ядерный взрыв? Вот ядерный взрыв, ребята. Через 3, 2, 1. Поехали. Бум! Ты сверху стрельнул, прикольно. Воу-воу, запчасти отлетают. Воу. Вот это стилистика. Вот это я сказал. Блин, ну классно же разлетелось. Дима, надо еще один жахнуть. Нифига. Нифига не... Давай еще разок. Давай. Давай. На счет 3. 1, 2, 3. Поехали. Бум, теперь ты сбоку стрельнул.
Во-во-во, разлетается, я вижу. Красиво, красиво, давай-давайте, ребята, отлетайтесь. Веревки тут держат еще. Блин, ну не целиком. Друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.